Я самый первый участник «Дома-2». Я достойно участвовать в проекте, потому что умею любить и строить. Ты видишь, я на драйве, да? Меня зовут Александр Нелидов. Я гений Телеграм, потому что я еще создал 500 каналов. Я единственный в мире человек, у кого есть отдельный Телеграм-канал по основному каналу. Я понял, что ты амбассадор Телеграма. Да. Я учитель Радислава Гандапаса. Давай вначале поймем, кто ты такой. Пост информационного неклассического общества. Ну ты, конечно, мощь. Павел, кстати, классная у тебя студия вообще. Мне тут очень нравится. Друзья, привет! Снова наш подкаст «Подозрительные лица» в баре «Подозрительные лица» на Пятницкой. Сегодня в гостях Александр Нелидов, один из первых, или первый, наверное, даже участник «Дома-2». Сейчас бизнес-тренер и очень крутой чувак. Гений, гений Телеграм. Да, друзья, сразу найдите меня, Нелидов нейропродажи, гений Телеграм, и вы удивитесь, меня можно найти по этой фразе. То есть ты запатентовал фразу «гений Телеграм». Я запатентовал, занял. Но первое, что я хочу сразу дать, друзья, досмотрите нас, и вы получите максимальную пользу, потому что я готов делиться всеми накопленными навыками за всю свою жизнь. То есть, если бы я тебя позвал, Павел, на подкаст свой, так, я бы задал в первые 30 секунд тебе вопрос такой, который звучит так. Павел, расскажи самые главные три момента за всю свою жизнь, которые ты для себя сформулировал и понял, что это твоя суперсила и сверхидея. Кайф. Отвечай. А вот когда у тебя будет твой подкаст, тогда ты меня позовешь, и я абсолютно отвечу. Верно. Поэтому давай начнем сегодня, с подарков. Да. Нет, подожди, давай так. Сегодня объясню, во-первых, напомню, что за формат у нас подкаста. Подкаст «Подозрительные лица». То есть сегодня мы должны с тобой понять, вообще зрителям объяснить, насколько ты подозрительный человек или не подозрительный. Либо развеять, либо ты уйдешь такой, и мы будем тебя дальше подозревать во всех штуках классных. Подарок. У тебя какой-то подарок есть? Да. У меня два подарка. У тебя есть два подарка? Да. Какой ты выбираешь? Первый. Полезный или вредный? Можно оба. Оба. Итак, первый подарок. Ты к кальяну как относишься? Вообще негативно, ни разу не курил. Негативно? Ну, один раз курил, не очень. Тогда, друзья, это подарок для твоих зрителей. Хорошо. Давай разыграем. Я подумал, что в баре «Подозрительные лица». Вау. Надо удивлять. Смотри, это супер кальянный набор. Давай. 9 кругов ада по Данте Алигьери. Опа, да. И самый лучший комментарий получит этот подарок. Давай так и сделаем. Вообще. То есть, смотрите, друзья, открываем, и там Данте внутри. Понял? Книга, в смысле? Или что? Да, книга. Обалдеть. И рассказывается. И каждый создает какой-то вкус. Ну, раз ты не кальянчик, друзья, загуглите, и вы обалдеете, видишь? Да, вообще, и картина вообще делится. Мощные ребята. Слушай, ну... Так, смотри, ты все, молодец, все, ты тест, ребят, прошел. От Александра Нелидова настоящий подарок. Что нужно будет сделать? Ну, точно написать комментарий, но, наверное, еще что-то. Подписаться на твой телеграм-канал. И на твой телеграм-канал. Подписаться на мой телеграм-канал. Павел Синицын, Нелидов нейропродажи. Далее написать комментарии. Написать комментарии в телеграм-канале. Да. Слушайте, ну можете и в инстаграме найти. Слушайте, если вы еще в инстаграм зайдете, то вообще еще больше шансов. Супер. Но самый главный вопрос. Самый главный вопрос, да. Слушай, ну мы молодцы, бодро начали. Давай. И я знал, что ты можешь отказаться, и теперь второй подарок. Согласись, вау, да? Камень. Друзья, второй урок, первый урок. Вас должны находить в глобальном поиске Telegram. Второй урок, вау-фактор, всегда вау-фактор. И сейчас реально посмотрите крупно глаза. То есть как проверить, вау или не вау? Зрачки должны увеличиться, дофамин. Ну, дофамин давай, пойдет, серотонин, окситоцин. Ты такого в жизни не видел, не встречал. Ты просто обалдеешь реально. Вот честно. Ну, давай. И по десятибалльной шкале, понимаешь? Окей. Давай, все. Влад, заходи. Это реально... Я понял, что это такое. Привет, я Владислав, курьер Александра Нелидова. Да, Арт Макаронс, тоже на него подпишитесь. Кайф вообще. Нормально, и как это есть? Съедобно ешь, да, в двойной сторис. Надо есть это в двойной сторис, точно. Смотри, это QR-код твоего телеграм-канала. Да? Смотри. Понял? Я еще не подписался. О, давай. Проверим. Кайф. Так. В общем, смотрите, ребята.
QR-код моего канала на макароны. Кружок, кружок записывай, и моя QR-код. Фотография, и моя фотография отдельно. Ага, слушай, кружок. Круто, круто. Смотри, Павел, юмор заключается в том, что Влад — это мой кейс, который вырос в 93 раза. Я помню, в 72 было недавно еще. Сейчас 72, сейчас он вырос, а да. Мы обсудим, смотри, как это считается. И смотри, ты видишь, что происходит? Да, то есть, Влад мой ученик. И я им говорю: Влад, ну-ка в Телеграм снимай двойной сторис. И пока мы сидим, смотри, что он делает. Он снимает двойной сторис в Телеграм и показывает, как он тебе подарил эти макаронс. Он это запостит у себя. Офигеть. Дальше смотри, что я предлагаю. И я тебе говорю: Влад, приноси, договорись с Павлом, Роман Масленников будет, ты его знаешь, понял? И Влад тебе принесет для Романа Масленникова набор макарон, где будет, смотри, вся история жизни Масленникова, прикинь. То есть ты показываешь ему макарон, и там его начало жизни, рождение. Потом бац, понял? По Данте Алигьери. Бац, потом. 9 кругов ада Масленникова. Понятно, что это слишком. Достаточно просто... Не, это уже круто, это очень круто. Да, да, да. Небольшой такой штришок, понимаешь? То есть должен быть вау-момент. Внутри тоже вау, когда... Да, 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 да. Да, да. Я понял, что они не сладкие, насколько я видел. Да. Я подглядывал. И смотри. С пивом пойдет? Смотри, смотри. И просто ты не поверишь. Просто не поверишь. Снимите Влада. Влад, снимись. Просто вот он сделал сегодня впервые. Он сделал шотцы, понял? Ты прикинь, некоторые люди не делают шотцев. И, кстати, у тебя шотцев, ты новые делаешь шотцы? Давно или? Не снимал. Давно не снимал, понимаешь, да? Да. Смотри, Влад набрал 1000 просмотров на шотц, понимаешь? 3000 уже, понял? То есть, пока мы разговаривали, 3000. И смотри, что происходит. Я ему про шотцы говорю месяц, понимаешь? А так это и происходит. И дальше смотри, что произошло. И дальше смотри, произошло. У нас была беседа недавно, да? И я говорю: слушай, но я похудел на 13 килограмм благодаря телеграм-каналу, да? И я не пью уже год благодаря телеграм-каналу. И я Владу говорю: Влад, давай ты тоже откажись от спиртного. И он говорит: а чем мне заменить этот буст? Как мне стать счастливым без спиртного? И мы нашли решение. То есть, и он мне записал сегодня видеокружок и говорит: это сильнее, чем бокал виски. Это на 1000 просмотров, а у тебя сейчас 3000 просмотров. Ты в комментариях ссылку на свой канал дал? Дал. Понимаешь, да? Дальше он должен грамотно оформить шотс. Чтобы грамотно оформить шотс, знаешь, что нужно сделать? Посмотреть с Павлом Синицыным и интервью с чуваком с футболкой Барбери. Да, да. Да, как рекомендую. Его зовут? Никита Батманов. Никита, да, Батманов, крутой, понимаешь, специалист. Все. И Никита Батманов все разложит. А теперь смотри, удар Павлу. В позитивном смысле. Смотри, Павел сейчас, когда выйдет смонтированное это интервью, он должен будет сделать пост, где напишет: вот, Александр Нелидов, первый участник Дом 2, узнали, там пишите. Дальше он делает пост, где, послушай, что будет, где ссылка на мое интервью, а дальше все лучшие интервью всех твоих предыдущих серий. То есть Телеграм даст тебе новую жизнь твоим старым сериям. Да, да, то круто, есть, круто. У тебя есть серия, ну давай будем честными, есть там, где не добралось, да, до 1000, да, понимаешь? Да, конечно. Но если мы это бустанем через Телеграм, хотя, честно, есть видео, которые не надо даже бустовать, да, но может мы из них шотсы порежем, да? То есть, когда я говорю, видишь, мы вспомнили вот этого парня, да? Получается, ему надо дать вторую жизнь. То есть, если человек посмотрел меня, увлекся этим, то мы ему вырезаем этот шотс, про который я сейчас говорю, понимаешь, из видео. То есть Телеграм — это получается энциклопедия. Я понял, что ты амбассадор Телеграма. Да, да, да. Все, Влад, спасибо. Влад, спасибо огромное, спасибо. Очень круто. Давай, все, давай, сделай миллиард на макаронс, и Павел тебя позовет. Да, отдел продаж тебя построим по макаронс. Да. Почему нет? Да, можно в прямом эфире построить. Без проблем, обращайся. Можно в прямом эфире. Да, это очень круто. Просто сделай реалити-шоу. Да, сделай реалити-шоу, да. То есть, смотри, у Павла, кстати, тема такая, что послушай, как Павел выходит, и сейчас ты экспертную... О, загадка тебе, да? Загадка тебе. Тебя куда несет-то? Давай немножко. Чик. Ну, мы пользу даем максимально. Давай. Все, три пользы дали, да? Нет, давай вначале поймем, кто ты такой, потому что ты сейчас начал просто грузить всех пользы. Мы же должны понять, во-первых. Смотри, смотри, смотри. Можно тебя слушать или нет? Мы в 21 веке, да? И я согласен с тобой, что должна быть мини-самопрезентация. Согласен. Но я нашел свой стиль.
То есть я захватываю внимание, я захватываю энергию, угу. я захватываю своей речью и своей экспертизой. У меня есть три силы, три R. Речь, разборы и... Не знаю еще. Влад, помогай. Интрига должна. Речь, разборы и что еще? Реакция. Реакция, тоже неплохо. Я думал, конечно, скорость реакции, да, скорость реакции. То есть, смотри, какая неочевидная вещь. Оказывается, мы теперь можем не самопредставляться, а вначале мы должны ухватить внимание, а потом представиться. То есть прошли те времена, когда мы говорим: «Привет, я Александр Нелидов, я научу вас выживать бисером». Понимаешь, прошли те времена. То есть человек должен погрузиться в вау в первую секунду. Представляешь? Ну я знаю. И поэтому, если мы скажем: «Расскажи о себе, и я решу, смотреть мне, не смотреть». Нет. Человек решит за первые секунды. По внешнему виду, по одежде, там, по движению глаз, по мимике, да? И, ну давай будем честны, да. Мы не всем подойдем по формату, понимаешь? Да. А как узнать, подойдешь ты или нет? Угадай. Не знаю. Четвертый урок. Работа с подписчиками. То есть, чтобы... В твоем телеграм-канале были подписчики. Мы на курс это порежем, да, и да, продадим. Да, мы на короче. Курс порежем и продадим. Да, смотри. Я так курс еще ни разу не записывал. Как ты работаешь с подписчиками? Никак. Вот. Потрясающе. Друзья. Пошли нахер, они отписались. Все, все, послушайте. У меня простая. Послушайте, запомните. Смотрите, вот очистите свой разум сейчас. Уйдите от всех экспертов и слушайте только меня. Друзья, я гений телеграм. И я вам скажу следующую вещь. Работа с подписчиками даст вам дзен. Деньги, здоровье, энергию, неуязвимость. Объясняю, как делается. У тебя отписался человек, ты должен его увидеть в недавних действиях. Я как видел, только да. ты Я его смотрел, увидишь, да. ты должен ему написать письмо. Смотри, как это выглядит. У тебя заготовка есть. Да, заготовка. Да, заготовка. Вот, смотри, недавние действия. Давай вот сюда повернись. Сигма покинул. Да. Сигма покинул. А давай ему напишем, что какого мы хера. Нет, давай я ему запишу что-нибудь. Нет, это мой подписчик. Во-первых, смотри, вначале мы ему пишем привет. Если он писался, смотри, тебе не положительно. Привет, я ему пишу привет. Смотри, я ему пишу привет. Падла, напиши. Нет. Ты что отписал? Дальше я ему пишу. Так, вот, смотри. Дай мне, я напишу. Не надо тебе свои... Тебе жалко, что ли? У тебя отписался только что подписчик, напиши ему сам, что ты. Давай, что написать? Да. Вот, смотри, записываем кружок. Привет, Сигма, как раз мы записываем видео, хотели узнать, что вы отписались. Ну, отписался и отписался, мне это не жалко. А мне интересно. Понимаешь, да? Дальше, смотри, это просто фигня. И что ты с каждым так... Смотри, это просто фигня. Диктик, давай ему пошлем. Дима Л. О, а это я знаю его. Дима, привет, рад тебя видеть. Аплодисменты от Павла. Расскажи, почему отписался и... Редактируем. Вырезаем конец, понял? Пятый урок, кружки можно редактировать. Почему отписал? Расскажи, почему отписался и... Смотри, вот мы все равно с тобой не сможем за подкаст, там, за час всему объяснить, научить. Всему научить. Давай просто объясним, насколько это круто или не круто. Вот что, вот нахрена людям вести телеграм-канал? Есть Инстаграм, есть YouTube и так далее. Да, чем да, телеграм-канал, да. чем он круче? Это лучший вопрос в моей жизни. Представляешь, Павел? Да? Да, ты заметил, да, что я использую эту технологию? Да. Друзья, это просто кайф, это феерия. Спасибо тебе, что задал этот вопрос. Я на таком драйве. Ты видишь, я на драйве, да? Я вообще, я рад, что ты пить перестал, я не представляю, что было бы, если бы мы сейчас с тобой накатили. Да. И я сейчас даже сделаю из этого аудиоподкаст. Смотри. Давай. Друзья, самое преимущество, главное телеграмма. Вас в телеграм никогда не захейтит. Почувствуй это. Ты услышал меня? То есть ты и в ТикТоке, и в Ютубе, и в Инстаграме. Так. Где самые негативные комментарии? Инста. Абсолютно, понимаешь, да? Русский YouTube тоже ад. То есть ты никогда не скажешь, что в Телеграм плохие комментарии, понимаешь? Ну потому что нет выдачи. Человек, нет выдачи, и человек не захотел, просто отписался. Ты нарваться на плохие комментарии можешь только при работе с подписчиками, понимаешь? То есть когда ты написал подписчику, мол, что ты отписался, вот тут он может тебе написать, типа, да ты надоел. Но пока
ты этого не делаешь, у тебя нет негативных комментариев. То есть тебя Телеграм все время возвышает, поднимает вверх. Ну, то есть Телеграм хорош тем, что нет негативщиков, что ли, типа хейтеров? Ну, я начал с неочевидных моментов, понимаешь? Я начал с неочевидных моментов. То есть моя задача, чтобы все люди перешли в Телеграм. Логично? Логично. Инстаграм выгорает людей, понимаешь? Это следующее преимущество. Смотри. Инстаграм, ТикТок, Ютуб надо вести регулярно. Да? А телегу можно не вести регулярно. Да. Представляешь? Почему? Потому что они остаются у тебя там. То есть смотри, вот у тебя 1000 подписчиков. Пройдет полгода, ты ни одного не сделаешь кружка, ни одного поста, все они останутся. Подписчики отписываются только когда ты делаешь контент. Понимаешь? Ну типа не понравилось, что да. ты ушел. Да. А когда ты не делаешь контент, они просто подписываются. Не, ну хрен с ним, подписчики подписчиками. Да. Вопрос, да. мы же предприниматели, бабки-то где да. больше денег? Бабки? В Телеграме или где? Бабки в Телеграм, почему? Потому что Телеграм это энциклопедия твоей жизни, пролистываемая как лендинг. Просто вдумайся, крупно снимите Павла глаза. Вдумающегося. Это бесконечный лендинг, понимаешь? То есть есть одна страничка, там три экрана, понимаешь? Есть одностраничник в 10 экранов. Uh-huh. А Телеграм-канал – это одностраничник во всю твою жизнь. Ну, это у тебя, жизнь. Как ты говоришь, стена ВКонтакте была, помнишь? Да, Дуров верни стену тебе в таком возможно, виде. Возможно, да. Но самое потрясающее, что по этой стене можно лазить. Uh-huh. Или, скажем так, ползать. Как лучше тебе больше нравится, лазить или ползать? Мне летать больше нравится, да. рожденный ползать. Смотри, теперь, Павел, ты не знал, а я тебе говорю. Я единственный в мире человек, у кого есть отдельный телеграм-канал по основному каналу. Поясни. Показываю. Это надо показывать. Смотри. То есть мы поняли, что вся моя жизнь – это вот лента телеграм. Так. Да. Но по этой жизни мы можем ползать. Я захожу в навигацию, и у меня в алфавитном порядке у тебя, типа, отдельно навигация вся идет. Моя жизнь. Понимаешь? И алфавитный порядок. И вот. И это больше для меня, понимаешь? Вот я хочу показать, например, что я учитель Радислава Гандапаса. Понимаешь? Вот. Я его учитель. Чему ты учишь Гандапаса? Кружки записывать. Серьезно? Друзья, вот. Как раз с Радиславом Гандапасом, великим оратором, обсуждаем, как правильно вести Телеграм. Ничего мы не обсуждаем, а я получаю наставление. Да, наставление приоки. Приоки, да. И мы решаем, друзья. И тычки между кожей. Да, а вы проголосуйте, друзья. Моя рекомендация Радиславу записать кружок, а он не хотел. Но это надо, нативность, стручность. А потом по кружочкам еще надо опрос. И еще небольшая мотивация, игра с аудиторией. Друзья, пожалуйста, поставьте реакции. Наберу 100 реакций. Кто? Молодец, первый, я дам ответ личный комментарий. Окей, да, говорили, все. Понял, он сам ведет телеграм-канал свой, нет же? Так, он сам ведет, да, он сам ведет, да. То есть он делает кружки и аудиоподкасты. И это для вас, друзья, еще один буст. Подожди, сколько ты сделал аудиоподкаст? Нет, ты так и не ответил. Давай, окей. Давай. Берем телеграм-канал, да, как бизнес-инструмент. Сколько на нем можно заработать? Ну вот, и как вообще? Что это? Реклама? X10 в первый месяц. Блядь, так рубль был, стал 10 рублей. Ну то есть что за X10? Давай вот ну, в хорошо, деньгах. Ну хорошо, ну X100. Ну смотри, давай так. Давай я свои кейсы расскажу, да? Вот, давай, вот это. Ну, про макаронс мы поняли, да? Не поняли на самом деле, потому что ты там умножаешь, а как бы в натуральных деньгах я не понимаю. Слушай, ну, в натурально, ну, смотри, давай так, есть инфобизнес, да. И есть реальное производство. Я в знаю. Реальном производстве есть вложения, и когда ты выходишь на новый рынок, да. Тебе все-таки надо вот эти все макаронсы людям подсовывать, понимаешь? Я понимаю. Да, поэтому мы говорим о том, что Владислав у нас вырос. Во сколько раз мы можем спросить у него? В 92. Да, да, но у меня есть какие-то определенные посты, где Влад сам пишет, я из этого делаю отзывы, да, и я вижу, как Влад растет. То есть он растет не только в денежном эквиваленте, но в производстве, в экспертизе. Смотри, я тебе открою секрет. Можно тебе пример поясню? QR-кодов он не делал. Да и слава богу, ну, не делал. Но сейчас это вау-фактор. То есть смотри, не было ни одного мероприятия, ни одной вечеринки, ни одного бизнес-форума, где бы Влад принес вот эти макаронс, и ему говорят, типа, ничего не говорят, да, понимаешь? Да, да. Всегда это был вау-фактор. Я понимаю, Телеграм-то как с этим связан? Вот я тебе просто расскажу, у меня есть пример, я развивал как-то производство пряников. Да, да, да. Вот хорошо, они продавали там на 250 тысяч рублей. Да.
но ездили и постоянно суетились. Да. Я их завел в две сетки, и они начали 250 тысяч рублей в день продавать, да. просто отдавать. Да. Понимаешь? Что вот простой для локальной сетки в Перми. Да. То есть очень простое действие, понимаешь? И там телеграм-канала не надо. Я не говорю, что они выросли там 100-500 раз. А, так я тебе объясняю, смотри. Вот, я знаю, что такое производство, то есть я же не с инфобизом работаю, наша задача, да, работаю. Наша задача сейчас тоже Влада в эти сетки поместить. Телеграм на финансы. Более того, я объясняю, все люди сейчас в Телеграм. Влад получил 2000 просмотров на свой видеокружок из мамского чата. Он был в мамском чате просто отцом, понимаешь? У него была фотография в Телеграм, как на паспорте. Он завел Телеграм, у него появилась фотография с его колпаком, и он дал в шапке профиля ссылку на свой телеграм-канал. Вот, уже, люди уже зашли, да, смотри, и он написал комментарий: мой сын в этот лагерь не поедет. Девушка ему пишет ответ на этот комментарий: ой, Владислав, зашла на вашу аватарку, нажала, зашла к вам канал, вы, оказывается, вкусняшками торгуете. И 2000 мам проследовали по ее пути, понимаешь? То есть нативная трушная реклама позволило ему увеличить количество просмотров. Вот. И это все бесплатно, да, самое интересное. И это все бесплатно, да. Но, вот это уже сейчас, но сейчас я Владу предложу всего за 5-3 тысяч, да? Посмотрим, как он как захочет. Да, ну, давай через меня и за 10 сделаем. Да, 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 да. А, и через тебя за 10, но он переживает сейчас. Да, он переживает, что... А я так и продаю, не переживай. Все забирают у него рекламные деньги, да, а где клиенты, где реальные деньги, да? То есть, и мысль какая, что у меня есть сетка каналов местных, понимаешь? Просто нас могут люди из этих каналов смотреть, поэтому я всех механик не буду рассказывать. Но в целом у нас есть чат, группа, да, где людей, я по секрету скажу, на 20 миллиардов недвижимости у людей, понимаешь? То есть мы туда не пускаем тех, у кого нет квартиры в этом районе, понимаешь? И вот эти люди, они не любят рекламу, понимаешь? Но мы создали отдельный канал рекомендаций. Более того, у нас есть отдельный канал кондитерских, 43 там человека сейчас. Есть отдельный канал организаций, 300 человек, да? Но это целевые клиенты. И мы подняли так 3 садика, понимаешь? То есть смотри. Подняли вот, это что-то еще? Ну вот, человек купил франшизу, да, открыл садик. Клиентов нет. Он нативно размещается в этих чатах. Я понял, то есть обеспечили клиентов. Но послушай, самое главное, Когда мы размещаем, человек говорит: разместите меня в сетке. Мы говорим: а где у вас телеграм-канал? А мне не надо. Мы размещаем. Ноль реакции, понимаешь? А когда мы создаем этому человеку телеграм-канал, то после того, как у него есть уже телеграм-канал, то же самое размещение дает ему сразу там 100 подписчиков или 50 подписчиков или 1000 подписчиков в зависимости от сетки, понимаешь? То есть, я понял, это круто. 200 просмотров я тебе гарантирую. То есть если у тебя в канале, например, местном, мы говорим про местные вот эти местечковые, то есть, например, 800 человек в канале местечковом, ты кафешка какая-то, про тебя сделали нативный анонс типа: о, смотрите, открылась кафешка, и там пряники в виде крысы. Прикинь, вот такая штука. И тебе не говорит, вот просто напиши, позвони, а тебе говорят: перейди на его канал. 200 человек переходит. Из этих 200 подпишется, ну там 30 человек, например. У Влада ситуация какая? 2000 человек к нему пришли, но они не подписались полностью на канал, да? Но сделали заказы до конца года, понимаешь? Все. Ну заказы через Телеграм, вы точно знаете. Заказы через Телеграм. И сегодня, он меня спрашивает: Александр, помоги, я завод-то построил, вот, надо его теперь загружать. То есть то у него было, он не успевал клиентов обслуживать, сейчас он вложился в производство, и у него открылись мощности. Это постоянный дисбаланс. Да, и он мне сегодня утром спрашивает: Александр, помоги. Все, я ему просто прислал, смотри, завтра черная пятница, ты просто говоришь, что у тебя вот такие-то наборы, до 5 ноября включительно, по супер скидке пишите мне в личку. Уже заказы пошли. Показать? Давай посмотрим. О, вот. Вот смотри, он сделал. День Изи. Матери скоро. Понял? Никаких этих самых. Не, ну а сколько заказов с этого придет? Уже, слушай, уже есть сколько уже заказов? Уже пришло. Уже пришло. Уже полчаса уже есть заказы, да? Да. Прикольно. Да. То есть... Прикиньте, 200 подписчиков у него, но тем не менее люди заходят и покупают. Да. Прикольно. И потратил 0 рублей, да? Да.
Почему как? Я начал заниматься Телеграмом? Вот это уже интересно. Да, да. Почему? А смотри, вот, я тебе отвечу. Почему я начал заниматься Телеграмом? Да? Мой кейс, смотри. М. Микроблоги. Микроблоги работают, да? Видишь? Лям 200. Все. Добрый день, скажите, пожалуйста, вы проводите тренинги по продажам для компаний? Понимаешь прикол? Угу. То есть у меня было 200 подписчиков, и у меня телеграм-канал был в виде просто книги продаж. То есть я просто разместил книгу продаж, показываю тебе книгу продаж. Вот, видишь? Книга продаж выглядит как 9 часов аудиокниг. Ну, угу. Вот. Установление контакта, выявление потребности, результат решения и так далее. И все это в Telegram удобно, тут раздаточная тетрадка есть, все. То есть видно, что человек занимается в школе бизнеса синергии, бизнес-тренер, я там работал. И я когда советовал договаривался, я сказал, давай, вот, Григорий, ты классный, давай, просто я вот у себя размещу в канале, можно? То, что я снимал для школы бизнеса. Он сказал, можно, все. И я думал, это просто ролики. А потом я назвал это книгу, поместил в Телеграм, и получалось, что я автор 4 книг. Понимаешь прикол? И когда я это сделал, на 200 подписчиков я получил заказов на 1 000 000. Все. А что заказы были? Ну, тренинги. Ну, в смысле, кто заказывал? Просто понять, кто это. Это да, да, миллион маленьких компаний? Сейчас объясню. Сейчас объясню. Это всегда комментинг. Запомните, комментинг. То есть в Телеграм работает комментинг. На 1 200 000 кто заказал? Клиенты из чата на 1000 человек. Это один тренинг кто-то заказал? Ты мне разбей по циферкам. Ты подозрительное лицо сейчас сделал. Несколько компаний ко мне пришли, но заказала одна на 1 200 000. Вот так. Одна компания за 1 200 000. Одна компания, да. И корпорат какой-то? Корпорат, да. И потом у меня уже были клиенты разные, да, там кто-то на 200 тысяч закажет, кто-то еще что-то, да. Тренинг день у меня стоил 150 тысяч, понимаешь? И из этого мы, то есть, выложили вот целую стратегию. А кто, поясни, вот кто это был? Это был это топ-менеджмент или это какой-то специально да, человек? Собственник, да. То есть, смотри, я находился в чатах, где находится моя целевая аудитория, собственники бизнесов, корпораты, и в этом чате я делал комментинг. Что такое комментинг? Комментинг, формула EQ, записываем. Э, экспертиза, К, комплимент, Ю, юмор, В, вовлечение в вопросы и общение, понимаешь? То есть ты не просто пишешь «Привет, я Влад Макаронс, на классные макаронсы». Нет, ты просто пишешь, что друзья, чтобы сделать хороший мармелад, используйте угар-угар от компании такой-то. Понимаешь? Подожди, это ты имеешь в виду в комментариях где? В чатах, где тусуются ваши клиенты. То есть ваша задача быть в чатах, где тусуются ваши клиенты. И быть не ярким, а экспертным. Ну, то есть, условно, они видят тебя, ты цепляешь их комментариям, они заходят в шапке видят канал, да. Заходят, такие, да. О, типа, да. Заебись, чувак, остаемся, да? Золотые слова, кроме последнего слова. Остаемся, да? Остаемся, да. И действительно, мат лучше не использовать, иначе забанят. Иначе забанят. Кто забанит? Телеграмме же не банят. Администратор. А, нет, в этом плане. Да, да, да. Да, то есть, смотрите, друзья, смысл очень простой, что чтобы тебя не забанили, нужно соблюдать много правил, и у каждого правила свои, понимаешь? Ну, ты имеешь в виду, это там частный, да, ну, да, это да, не да, телеграммовская для этого администрация. Надо иметь 4 симки. 4 симки. Зачем? Понятно? Нет, непонятно. Комментировать надо не со своего основного канала, потому что тебя забанят и больше не пустят. Понимаешь? Но. Комментировать надо с других симок, но у тебя такая же фотография Павла Синицына. У тебя шапка оформлена так же. А каналы эти разные, все равно аккаунты. А разные аккаунты, потому что тебя забанят и все. Понимаешь? То есть я комментирую. Например, ты. Ну, то есть ты вообще не с основного аккаунта комментируешь. Да, у тебя, да. То есть, условно, частный личный аккаунт, он тебе для жизни, как бы. На одном телефоне может быть 4 аккаунта. Ну, видишь? У меня 2 сейчас есть. Вот. Вот, видишь? И вот они. То есть все выглядят как я, но я с разных комментирую. Почему? Потому что уже у Радислава Гандапаса меня забанили. Да? А что ты сказал? Что ты сделал, что тебя забанили? Слушай, ну использовал премиальный шрифт. Понимаешь? А нельзя. Ну, админы видят,
что человек хочет клиентов переманить. Сильно красиво, да, как оказалось. Смотри, Михаил Гребенюк, но он вообще, у него комментарии закрыты в Телеграм, да, понимаешь? Да. Чтобы люди не забирали его клиентов. Но если у вас не 100 подписчиков, не 100 тысяч подписчиков, то у вас комментарии должны быть все открыты. Угу, и если мы говорим про нашего замечательного Влада, то Влад должен сделать следующее. Он должен во всех московских каналах про макаронс, про пироженки и так далее быть. Понимаешь? Знаешь, что вспомнил прикол? Я у Гребенюка забрал клиента. Знаешь, да, как? Да. У него есть канал с приколами, где, да, всякие приколы. Да, да. Я на одном из каналов написал, причем я в этом канале, там можно материться, я написал просто слово «бля», прикинь, три буквы. Да, ну я, класс. Я знаю, что ты не любишь, но я написал эти три буквы. Ну, это факт. Да, да, да. Я написал эти три буквы и забыл, как бы, да? И через пару дней мне пишет чувак, говорит, я не поверишь, где я тебя нашел, но нам надо пообщаться. И купил у меня отдел продаж, заплатил мне через неделю там 300 тысяч рублей. Я тебе открою секрет. Это работает, я к тому, что даже комменты у него не зря закрыты. Это работает, да, это работает. И тут у нас философия, понимаешь, включается. То есть открывать комментарии или не открывать. Если ты открыл комментарии, то запомните, что надо делать. Каждый должен получить от вас реакцию, каждый должен получить от вас ответ. Ну, кто скомментил, чтобы ответ с ними разговаривать. Но самое главное, ответ должен быть ответом. Ну, я понял, иногда, чтобы он увидел, да, чтобы у него иногда бывает, высветилось. Человек отвечает без ответа, понимаешь? Вот такие механики. Поэтому механик очень много. 765 факторов для успеха в Telegram. Откуда эта цифра? Ну, вот я учу этому. У меня в обучении 765 лайфхаков и кайфовых моментов. И, друзья, всем подписчикам 58 тысяч стоит обучение, но вам 22 тысячи. Напишите мне, и я вас пущу. Где моя комиссия? Ну, придут, я тебе дам. На самом деле, я предлагаю нам с тобой заколабиться и вместе проводить обучение. То есть, подумаем, как совместить твою экспертизу, потому что наша задача связать Telegram со всеми другими соцсетями. То есть самая могучая связка, как ты услышал, это YouTube, Telegram. Понимаешь? Согласен, я так и делаю. Потому сейчас. Что YouTube для умных, Telegram для умных. Понимаешь? Все, все очень просто. Шотсы. Слушайте, ребят, отсматриваю сейчас интервью, подкаст с Сашей Нелидовым. И это просто чума. Он реально фигачит энергии, в нем экспертизы столько, что хватит еще там подкастов на 10 вперед. Но тем не менее, вот этот момент мы потом с ним обсудили. Мы действительно с Александром Нелидовым запускаем сейчас такой мастер-класс обучения. Это будет однодневное обучение, где максимально концентрировано мы оба научим вас создавать контент и делать так, чтобы этот контент продавал. Это видеоконтент в Телеграме, это аудиоконтент в Телеграме, в общем, все-все-все для того, чтобы у вас появились продажи. Внизу будет ссылочка на запись, мы это будем проводить раз в месяц, поэтому даже если вы посмотрели это интервью спустя там полгода, не переживайте, просто записывайтесь, мы с вами свяжемся, расскажем, какие условия, ну и ждем вас на встрече, где будем рассказывать все, что знаем и умеем. Продолжаем смотреть, дальше еще будет много интересного. Шотсы тоже для умных. То есть у всех считается, что вертикальные видео это какая-то ерунда, понимаешь? Угу. Но это не так. Ну, уже давно поменялся. Не так, мне кажется. Уже не так давно, да? Ну, я думаю, что да, потому что больше экспертов уже снимают, уже деньги за это платят. Да. То есть наша задача воспринимать экспертные видео вот следующим образом. То есть смотри, и я тебе еще рекомендую, чтобы был вау-фактор, записывать экспертное видео двойным сторис. Ты почувствовал? Это с кружочком ты имеешь в виду? Да. Так я не очень понимаю, ну вот как я буду записывать, что напротив будет? Это обязательно что-то напротив должно быть? Слушай, но сейчас, смотри, согласись, это прикольно, когда идет съемка. Ну, конечно. Да, поэтому если я снимаю, как идет съемка, это прикольно. И вот сейчас я записываю экспертный кружочек. И тут еще один лайфхак, друзья, мыслите единицами контента. То есть, смотри, мы с тобой беседуем, да? Угу. Хотя, ну, согласись, плотненько так беседуем, да? Угу. Потому что в этом я нашел свое призвание, свою фишку. Угу. То есть моя задача разгонять. Но, допустим, мы вот беседовали, но все это такое, знаешь, ну да, рассуждение. Угу. А сейчас я беру вот так, оп, включаюсь
И на минуту я становлюсь экспертом и делаю экспертное видео в двойном сторис. Потом мы его разместим и в Reels, и в Shots. И смотри. Друзья, самое главное — это связка Телеграма и YouTube канала. Делаете вертикальные видео, размещаете их в YouTube в шотсах. В шотсах в комментариях даете ссылку на свой канал, а в своем канале делаете пост на ваши шотсы. И таким образом люди из Телеграма переходят на шотсы. Телеграм-канал дает вам сколько угодно подписчиков, потому что даже если у вас 10 подписчиков, все равно может быть больше просмотров, да. И YouTube даже на 5 просмотрах поймет, что вы нравитесь, интересно. А если вы еще в Телеграм-канале напишите своим лояльным подписчикам, напиши в комментариях, то комментарии, они разгонят еще ваш YouTube. И что произойдет? Вы взлетите в рекомендации. И получится, что вы из Телеграма перельете людей в YouTube на свой канал, у вас вырастет количество подписчиков, а из YouTube придут новые зрители на ваш Телеграм-канал. Все. И эта комбинация самая главная, самая ценная. Поэтому все заводите YouTube-канал и найдите меня в Телеграме. Друзья, самое главное... Все. Я понял. А как, нафига две-то камеры? Ну, то есть, какой смысл показывать ту сторону? Просто, чтобы человек, типа, увидел... Это вау-фактор. Серьезно? Понимаешь? То есть, ну давай, ну оспорь, что это не вау-фактор, понимаешь? Ну попробуй оспорить. Ну то есть, смотри, вот ты листаешь эти шотсы. То есть ты это предполагаешь сразу в шот закинуть, как есть, и... Да, но мы не будем это делать с телефона, хотя да, почему нет? Давай, все, давай при мне. О, давай, точно, мы же эксперимент делаем. То есть смотри, я сейчас запульну это в шотс, да? Так. И запульну это в Телеграм. Прямо сейчас. Ну, и посмотрим, да, сколько, прямо сейчас пока и посмотрим. Снимаем, да, сколько наберем. Да, и главное назвать. Комбинация, да, комбинация, шортс и телеграм. Давай. А, тут важно, смотри. Премиальный шрифт. Опа. Ну, чтобы твоя фишечка, да? Да. Окей. Шортс. Шортс. И Телеграм. Так. Ага, все. Разместили. Дальше ссылка на мой канал. Дальше сохраняем. Вот так. То есть, а представь, если у тебя 100 тысяч подписчиков, понимаешь? А ты понимаешь, что блогеры, 100-тысячники, никак, по никакущей ведут Телеграм. Есть. То такое, есть сейчас Telegram ведется по остаточному принципу. И эпоха микроблогеров. То есть у меня 1500 подписчиков, но я на все комментарии отвечаю. Я всем отвечаю кружочками, аудиоподкастами. То есть человек, попадая в мое поле, полностью получает мое общение. Понимаешь? То есть я полностью взаимодействую как эксперт со своей аудиторией. Ну, то есть ты говоришь, что количество подписчиков не настолько важно. Не сколько... имеет значения. Прикинь, у тебя один подписчик миллиардер. Все. Ну да, как будто ты с ним общаешься постоянно. Да, все, ты с ним общаешься. Я поэтому и не работаю с теми, кто отписался. То есть я считаю, ну если отписался, да, то не с ними. Да, но послушай, почему люди отписываются. Случайно. Я отписался с другого номера, а на другом номере я за вас. Понимаешь? То есть прикинь, ты подумал, что человек... Нехороший человек. Плохой, да. А он просто отписался. Слушай, да, ну, согласен, такое может быть. Да, даже было такое один раз. Да. Все, и это мы от канала. Вот, смотри, для понимания, сколько у меня каналов. Ну, у тебя-то сейчас в итоге обучение Телеграму основной доход, или ты Телеграм используешь для того, чтобы что-то обучение, обучение может быть моим основным доходом, если я вложусь в рекламу. Ага. То есть моя фишка еще, знаешь, какая? Расти без вливаний рекламных. То есть я, получается, моя целевая аудитория, которую я обучаю, это люди-эксперты, это люди, которые занимаются каким-то бизнесом, и они не готовы вливать бешеные бабки, потому что маржинальность его, их бизнеса адекватная. Да? То есть мы не говорим про инфобизнес, где 70% маржинальность, да? А мы говорим про твердые бизнесы. И вот я для них мана небесная. Почему? Потому что я просто человеку говорю, сделай сторис, и человек сразу получает заказов. Ты понимаешь почему? Потому что двойной сторис видят все твои люди, с которыми контакты, ты когда-либо общался в жизни. То есть любой человек, сделав двойной сторис, сразу получит контакт.
Причем там двойной... Там сторис с какой-то софером получается, то есть сразу же ребята там... Просто берешь и говоришь: привет, друзья, я сейчас занимаюсь видеосъемками, и у нас есть потрясающее оборудование, посмотрите, какие камеры... Ну, давай, сейчас я сделаю, и мы тоже... Да, наживую, давай. В двойной камеры сторис. Давай пару советов. Наверх, всегда наверх. Что ты имеешь в виду наверх? Ну, имеется в виду, никогда не говори каких-то принижающих вниз слов, а веди наверх всегда. То есть не говори там: вот, первый раз записываю сторис, еще не разобрался, чего как. Ну, понимаешь, типа, то есть сразу ты профессионал, сразу наверх. Окей. Ну, давай вот. Давай, сейчас, записывай, а я пока размещу. Вот двойной сторис. Ну, так ты мне понадобишься в этом двойном сторис. Да, все правильно. Первое правильно. Всегда протираем. Да. Дальше. Должно быть движение, ты должен показать. Есть у кого-нибудь? Ты должен показать камеры, ты должен показать свое лицо. И дальше ты должен единицей контента сказать. Мое лицо куда? Вот сюда? Да, вот сюда. Вот так вот, да? Да. Вот сюда, да. Угу, давай. Так. Друзья, всем привет. Снимаю сторис для вас и хочу вас позвать на свой подкаст. У меня сегодня в гостях Александр Нелидов, эксперт по Telegram. И как он заявляет, что с этой сторис ко мне точно придут гости на мой подкаст. Да, может, вы не придете к Павлу, приходите ко мне, Нелидов нейропродажи. Так, стоп. Я самый первый участник Дома 2, расскажу все подробности. И, слушайте, ну на самом деле мы с Павлом приглашаем вас к нам на обучение, научимся правильно снимать TikTok, YouTube, шотсы и Telegram вести. А так, Павел, по цене договоримся. Удачи. Да. Все, и что, давай, и пишу. Что я пишу? Премиально пишешь, премиально вот тут снимаю подкаст. Давай, напиши, снимаю подкаст с участником Дома 2. Как триггер, понял? Не здесь ты пишешь. А, ты имеешь в виду этим словом. Все, я понял. Я понял. Типа надо текстом вот так написать. Так. Да, давай поправим, друзья. Снимаю. Павел, как этот был этот? Да. Все, а я тем временем заливаю шотс. Влад, а ты понял, что надо делать тебе? В сетках каналах оказываться? В сетке канала? Да. Поручи там. Да, под фейковым аккаунтом. То есть своей девочке делаешь фейковый аккаунт, и она постит. И делаешь вот нативно, понимаешь? Ой, а у нас есть дядька классный, макарон сделает. Так. Ну все, я типа разместил. Ладно, давай, что у нас еще с тобой? Какую тему разберем? У нас на самом деле есть конкурс небольшой. Хочешь участвовать? Давай, конкурс, да. Тяни бумажку, мы сейчас тебя будем... Тяни бумажку. Тяни бумажку, добавляем трек всегда. Музыку? Да. И ставим ее на единичку, понял? Что ты имеешь в виду? Музыку тихо тебе сделать. Да, но чтобы музыка не отвлекала от экспертного. Зараза. Господи, как сложно. Хорошо, как это называется? Комбинация. Комбинация YouTube и Telegram. А давай я достану, ты читай пока. Давай. Смотри, у нас есть ситуации, в которые люди разные попадали, да. И просто мы сейчас тебе одну ситуацию этих озвучим, да. А ты скажешь, как бы ты поступил. Хайповая тема, я знаю. Играл в такую же. Так. Готов? Да. Тебе 34 года. Ты только что вышел из тюрьмы за мошенничество. Был автором курсов уникальной методики «Как заработать миллион». На работу тебя не берут, репутация плохая, имущества нет, но ты решаешь открыть свое рекламное агентство. Что будешь делать? Пойду на Дом 2. Там таких любят, да? Ты знаешь, что есть человек, Адеев, и он сейчас на Доме 2. 19 лет назад мы вместе с ним попали на Дом 2. Ага. Его посадили в тюрьму за мошенничество на 2 года. Он вышел, вернулся на Дом 2. Потом опять что-то там он выпил, и опять что-то. И опять его посадили на 2-3 года. Ага. В общем, 4 раза он сидел, и 4 раза возвращался на Дом 2, и сейчас он на Дом 2. Понятно? Так что, друзья, если вы рецидивисты или сидели, пожалуйста, Дом 2. А как попасть на Дом 2? То есть там всех берут, что ли? Напишите мне, Нелидов нейропродажи, в комментариях, я вас проведу через камеру. То есть ты Телеграм можешь научить, в Дом 2 можешь... Слушай, каждый из вас сейчас может стать спонсором Дома 2 и просто оказаться на лобном месте за деньги.
А, просто покупаешь на месте. Да, а да, сколько да, стоит? 300 тысяч. Рублей? Да. Ну, это забавно. Можно кому-то на день рождения подарить. Ну, да, 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 да. Ну, да, да, почему нет? Ну, ты как бы посидишь, но не факт, что тебя не вырежут, да? Ага. Но 350 заплатишь, точно будешь. Все, обращайтесь, сделаем. Прикольно. Ну, ну, найдите через дом... меня за 400. Смотри, найдите дом 2 на канале Ю. Понял прикол? Нет. Они сейчас на канале Ю. А он еще существует, снимает. Да, да, да. Дом 2 идет. Ладно, ерунда все, дом 2. Нет, это не ерунда. Но ты, хорошо. Ну ты первый друзья, участник был, тебе Павел интересно. Павел сказал дом 2, я написал две книги про дом 2, понял? А это твоя книга? Да, и теперь смотри, это для Шотца, да. Для Шотца, смотри. Дом 2 – это первая социальная сеть. Ты понял прикол? Ну типа были… Не было ничего. Да. Следили за ними, в общем. Да, да, да. И могли смс-ки получать. Вот, видишь? Вот так. Вот как я открыл удачно сразу же. То есть это моя авторская подборка фотографий, потому что моя задача была сделать так, чтобы фотографии, ну, чтобы люди читали книги, а для этого нужны классные фотографии. Вот так. Так, а я пока ищу, пока ты наслаждаешься картинками, я ищу свой шотс, который разместил. Ладно. Ты эти книги что, носишь просто с собой, чтобы да, тебя да, не да. перепутали? Да, да, да. Я не могу их дарить, потому что это уже финальные экземпляры, больше их нет в истории. 80 тысяч экземпляров, и спроси, сколько я заработал. Сколько ты заработал? 80 тысяч долларов. По доллару за экземпляр? Да. Класс. Их прям покупают все еще? Слушай, ну или да, все? Почему нет? Ну не знаю, ну, просто я как уверен, будто на бы... Вайлдберрис даже. Я вообще подумал, эта картинка на дневниках раньше были. Ты, да, а ты да, 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 у меня остались дневники, да. Слушай, ну мне придется и дневники носить с собой, да? Ну типа да. На самом деле это еще одна фишка, это еще один урок. Угу. Носи всегда с собой. А то тебе есть... вообще Дом 2 как-то помогает или, или наоборот мешает? Ну, вот сейчас ты говоришь, что ну, и ты из Дом 2 или, или это не Слушай, актуально? Слушай, я это не говорил, пока работал с корпоратами. Ага. Но сейчас я перешел и на B2C, на работу с предпринимателями, на работу с МСБ, малый и средний бизнес, и на работу просто с физлицами. Ага. Все, я теперь говорю, да, это вау-фактор. То есть я отрицал всегда Инстаграм, понимаешь? Я отрицал всегда соцсети. Я в них был, но я не понимал, как там двигаться, понимаешь? Для меня не было там свободы. Uh-huh. А Telegram дает полную свободу. Почему? Скорость x2.5, понимаешь? Ну, это быстро, ты, чтобы смотреть. Ты заметил, что я подготовился к твоему интервью? К этому подкасту? Я думал, что всегда готов. Да, да, да. Но я посмотрел все твои видео на x2.5. И смотри, чтобы доказать это, я беру и открываю обучение. Вот. Это канал всех моих обучений. Мой личный канал всех моих обучений. Uh-huh. Видишь? И я показываю тебе, как я... вот. Более того, сделал вырезки. Пожалуйста, вот вырезка. Я на них смотрю и думаю, блин, я тоже хочу быть популярным. Чувствуешь, на какой скорости? Ну, быстро. В тот момент ты понимаешь, что история, я на него смотрю. Я вот как раз выбрал историю. Я смотрю на очень историю, и там хорошо знаю историю сами. И это Telegram. То есть все обучение у тебя может проходить в Telegram. И смотри, я в корпоративном сегменте обучения с 2006 года. Вот я обучаю Сбербанк. Вот у меня, вот фотографии тоже можно посмотреть, да, ну вот полистай. То есть это я обучил в Сбербанке 840 руководителей, да. И Telegram может дать систему обучения лучше, чем в Сбербанке. Быстрее, качественнее, эффективней. Понимаешь? Юмор какой. То есть мы можем в бесплатном Телеграме, это вот все твои подписчики, все твои предприниматели. То есть вот человек занимается малым средним бизнесом. Ему надо обучать производству. Ему mm-hmm. надо обучать менеджеров по продажам. Все. Заводим Телеграм-канал. Вот мое секретное обучение Телеграм. Смотри, это суперчат. Видишь, это тема обучения. Ну все темы там есть. Да, есть, но... Там обучаются. Ты запутаешь, а вот навигация, понимаешь, вот навигация, понимаешь? Ты и сам вот... это сидишь, вот заморачиваешь, эти все ссылочки, гиперссылки да, да, делаешь. Да. А сколько это времени уходит? Это же, смотри, это быстро труд. Уходит, если ты уже поднаторел. Но ты всегда можешь нанять ассистента, пожалуйста. Вот, опять же, наш замечательный Влад, все, он нанял девочку, она ассистент, все, он в суперчате ведет uh-huh. всех твоих клиентов, он ведет здесь CRM, понимаешь? Да, когда у него будет 10 тысяч клиентов, может, надо другую CRM. А может, и не надо. Может, просто нанять еще одну девочку, дать еще один телефон, и она будет из телефона это работать. Понимаешь?
голосовые и аудиоподкасты полностью транскрибируются автоматически и производится учебный материал. Вот смотри, как это выглядит. В чем кайф? Вот распаковка экспертизы, да? Мы начинаем с кружка. То есть смотри, как это делается. Тему вот. Задал тебе в кружок. Да. Кружок. Друзья, первое задание. Потом аудиоподкаст. Дальше самое потрясающее, что мы видим, что сделали ученики. А теперь мы нажимаем. А видишь, это автоматическая транскрибация. Блин, Саш, ты мне крутой. Я вообще кайфанул от твоего голосового сообщения. Вот так распаковывал. Никто меня так не распаковывал. Вот так прям вскрыть только что касалось, то, что казалось. И это отзыв, понимаешь? И получается... Они прямо там же в этом чате для обучения. Да, и получается, смотри, а теперь я покажу, как я обучение провожу, бизнес-тренинги. Вот, давай наберем какую-нибудь компанию, Job Expo, видишь? Это обучение. Это на тренинге мы сгенерировали 1000 единиц контента. То есть ты проводишь тренинг и одновременно записываешь контент, так получается? Друзья, все то же самое. Здравствуйте, да, мы ВУЗ. Мы... Ну вот так. Это ты там находясь, да, это генеришь. Да. То есть мы ведем тренинг. И ты им в итоге канал этот отдаешь, и они им пользуются. Да. И получаются идеальные скрипты. Понимаешь? Ага. Вот. И они же тренируются. Олег, приглашение. О, прикольно. Олег, добрый день. Добрый день. Сразу хочу сделать комплимент. Ваши коллеги дали контакт, пересекались с вами на выставках. Единственное, она, видите, как, когда делаешь комплимент, не надо говорить, сразу хочу сделать вам комплимент, ты просто делаешь комплимент. Но так как она на обучение поняла эту технологию, да, Павел, кстати, классная у тебя студия вообще, мне тут очень нравится. Внимание, да? Сейчас будет комплимент. Не надо, да, не надо говорить, да, сейчас будет комплимент. Но ты представляешь, какая механика потрясающая? И дальше любой новый сотрудник пришел, ты его заставляешь это все прослушать, просмотреть и записать свой голосовой подкаст. Что понял, типа, да? Понимаешь, да? Охуенно. То есть раньше вообще. Мы... Все, я понял, вообще кайф. Понимаешь, да? Все. Так прикольно. Ты еще не... Это те же самые книги продаж, когда делаешь, знаешь? Это книги продаж, да, но смотри, ничего не делаешь, никаких фотоаппаратов. Тебе вот это все не нужно. Ты просто берешь, включаешь двойной сторис. Друзья, тоже так же производство можно сесть персонал обучить. Да, друзья, смотри. Друзья, сейчас будет урок по тому, как записывать видео-подкасты. Обязательно найдите хорошего, классного, харизматичного гостя. Повесьте на него микрофон рядом с шеей. Поставьте два замечательных прожектора. Обязательно у вас должны быть рефлекторы. И тогда будет мягкий, красивый свет. Видите, как свет падает? Поставьте камеры, обязательно возьмите операторов, которые выглядят как профессионалы. Как узнать, что оператор профессионал? У него должны быть дырки на футболке. Обязательно пригласите группу поддержки. И группа поддержки должна быть все время радостной, но без капли алкоголя. И кто-нибудь, кто будет держать дверь, чтобы никто не зашел. Аплодисменты, друзья! Это шикарно. Заслуженно. То есть смотри, и это единица контента. Да, и уже когда друзья, отдаешь человеку, напишите, да, напишите лайки, кому понравился урок, и приходите к нам с Павлом на наши видеоподкасты. Ты представляешь? Да, и по идее ты уже можешь потом ассистенту сказать, вот собери мне студию, вот так должно выглядеть. Да. Пожалуйста, 100 оператор уроков сделал, дырками, все. Каждый оператор может записать курс из сторис, и это сторис сохраняется и идет в учебный курс. Понимаешь? То есть сейчас я это сторис отправлю в свою платную группу, где люди учатся. Приходите на мои платные тренинги, для вас 22 тысячи. С оффер, смотри, 3 месяца длится обучение, но для всех твоих подписчиков мы год вместе, и в течение недели, если оплатите в ближайшие 3 дня, я лично консультирую бесконечное количество раз на все вопросы, касаемые Телеграма, продаж и корпоративного обучения. Ну, кайф. Вообще, да? Ну, ты, конечно, мощь. Я тебе скажу, у меня был сценарий, но ты этот сценарий весь нахер нарушил. Да. Но я думаю, что это круто, молодец. Да, знаешь, зачем я нарушил сценарий? Но ты дал пользу. Я изучил все твои аудио, понимаешь? Да. Я помню, что у тебя были анекдоты. Я помню, что у тебя были «давай расскажу, как мы с тобой встретились». Да. Но... Это раньше, может, работало. Сейчас мир поменялся. То есть мы вступаем в новую эпоху. И мы даже не знаем, чем эта эпоха закончится. Понимаешь? То есть эпоха, знаешь, какая?
постинформационного неклассического общества. Мы уже выше информации. Информации уже столько, что не съесть никак. В Ютубе сколько роликов, если смотреть их всю жизнь? Они, по-моему, 80 сейчас каждый день появляются больше, чем смотрится. Да, 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 смотрится. 80 миллионов лет видео, понимаешь? Угу. И в этой информации нам нужны такие эксперты, как я, как ты, которые сделают шотс и рилсы. И когда я, как и ты, как и многие другие, считал ТикТок исчадием ада, что это отупление людей, нифига подобного. Я смотрю Дробышевского. Я смотрю про Ньютона, я смотрю Черниговскую. Uh-huh. И за минуту мне объясняют про Вселенную, про мозг и так далее. Понимаешь? Дубынина возьми. Понимаешь? Uh-huh. Пожалуйста, про дофамин он тебе говорит. Я благодаря дофамину на 13 килограмм похудел. Как? Я сделал замещающую дофаминовую петлю. Дофамин вызывает там, алкоголь выпил дофамин, макарон съел дофамин. Выпил там что-то еще, съел вкусное, все, дофамин, и живот растет. А вместо этого я сказал, так, подожди, но формула дофамина, она одна и та же. И когда ты получил подписчика, и когда ты получил реакцию или комментарий, или когда ты съел печеньку, прикинь? И получается, что я полностью отказался от печенька дофамина, и я получаю дофамин от подписчиков. И это юмор лучше. Заключается в том, что на 1500 подписчиков в Телеграм я зарабатываю хорошие деньги больше, чем на 100 тысячах в Инстаграм, понимаешь? Вот uh-huh. в чем юмор, что ценность подписчиков в Телеграм в 100 раз выше, чем в Инстаграм. Знаешь почему? Почему? Нельзя подписаться больше, чем на 500 каналов. Да, серьезно? Да, да. Человек приходится ему отписывать, мне приходится... Я думаю, что 500 никто и не подписывается, так я просто не думал, что есть лимит такой. У меня на 1000, у меня на 1000. Серьезно? У меня на 1000, потому что я еще создал 500 каналов, да? И еще на 500 подписан, и получается, мне, чтобы подписаться на другого человека, мне надо отписаться. То есть механика в YouTube, например, да, угу. люди подписаться проще, чем отписаться. То есть, чтобы подписаться, ты должен нажать подписаться, а чтобы отписаться, ты должен, ну, извините, там 4 клика как минимум, 4 клика. Угу. В Инстаграме, чтобы отписаться, ну, вообще никто не отписывается, понимаешь? Потому что в Инстаграме нет ограничения, ты можешь на миллиард человек подписаться, понимаешь? И этого никто не знает. И я вот, как гений Телеграм, готов этой информацией поделиться. Прикольно. Да. Прикольно. Давай тогда в конце мы сейчас с тобой еще раз напомним, что у нас разыгрывается супер какая-то штука для кальянов. Что-то паста для кальянов. Давай еще раз условия объявим. Табак, да. Супер крутой табак, эксклюзивный, 9 вкусов. Там потрясающий вкус, и это лучшая компания по производству, там, царь кто табак, любит, да, 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 кто царь любит табак, да. Давай, что нужно сделать тогда? Подписаться на твой Телеграм, на мой Телеграм? Да. И комментарии написать под видео? Под видео и в Телеграме. Ну, что-то уже до хрена там, да, люди запутаются. Да. Давай просто подписаться на твой, на мой, и под нашим видео вот под этим оставить. Но мы же не просим на Инстаграм подписываться. Потому что, вот просто вдумайся, все вдумайтесь, да? Да. Пока ты включишь VPN, даже если у тебя платный VPN, все равно он включается вот так. И пока будет только включаться VPN, вы уже сможете... Так, хрен с ним с Инстаграмом, забей. О, говорю, давай знаешь как? Нет, давай просто объявим. Вот смотри. На Телеграм твой подпишется хорошо? Хорошо. Да, на мой подпишется хорошо? Хорошо. У меня еще есть и комментарий. У меня еще есть суперприз. Давай. А кто запишет комментарий в кружке или аудиоподкасты лично ко мне, да, ага. то я дам бесплатный разбор вашего Телеграм-канала, покажу точки для роста, и подарю Телеграм-канал, если у вас его нет. Давай. Мы тогда знаешь, как сделаем? Чтобы понять, что это отсюда пришли, они должны будут написать «Привет, я из Пашиного подкаста». Да, 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 да. Да, да. «Привет, я от Паши». Да, да, вот это да. достаточно. Не путать Пашу. Да. «Привет, я от Пашу» нельзя писать. Да, а вот для этого, для того, чтобы получить табак, вот вам три действия. То есть да, да, подписались да, да, на канал, да, подписались да. на мой, на Сашин, написали комментарии да. в YouTube. А штука эта стоит, наверное, много денег. Она бесценна. Она бесценна, потому что... да. Слушай, там еще кое-что Подожди. Есть. Подожди. Да. Итак, и самое важное. Ты для меня стал сегодня менее подозрительным, чем был до этого. То есть я сейчас понял, почему ты так качаешь за Телеграм. Я понял, что это круто. И даже сейчас, ну действительно, я сейчас понял, как на это можешь зарабатывать. Да, да, да. Если у вас остались какие-то подозрения по поводу Александра Нелидова, вы, пожалуйста, напишите. Ну и в комментариях вообще напишите, насколько вам такой формат заходит. Может быть, что-то я не спросил, что вы бы хотели спросить. Да. Вы напишите, я потом обязательно передам. Я отвечу, да. Я отвечу. Да, он ответит. Да, друзья, еще одна вещь неочевидная, про которую ты не думал. Давай. Во всех соцсетях
урезанные комментарии. Так. В Telegram комментарии не урезаны. Понял прикол? Имею в виду ценз там какой-то есть. Смотри, в Инстаграме ты не можешь ответить аудиоподкастом или кружком, понимаешь? Согласен. А это мессенджер, ты можешь ответить чем угодно. Поэтому, друзья, мне лично всегда задавайте аудиоподкастами вопросы. Почему? Сейчас ты узнаешь. Потому что я слушаю их на X4. Помнишь, ты слушал? И ты понимаешь. Смотри, сейчас я покажу. Шоу. Смотри. Ты понимаешь. Да, вот смотри. Видишь текст? Но. Я прикладываю. Пройдя путь от рядового сотрудника. Понял? Увидел, нет? Смотри. Ну ты увидел, нет? Да, увидел, вот. Угадал, все нормально. Да. Но, смотри, но доказать, что это не подстанова, мы не сможем, да? Да и не надо. Да, но, смотри, ты можешь выбрать любую книгу. Да. Ну, давай. А что мне показывать, что ты умеешь на X4? Да пофигу. Ты Telegram умеешь делать, делай Telegram. Закинуть туда фотки и выставить цену. Всякие фокусы. В общем, я тебе говорю к тому, что мое... Вот почему я такой крутой эксперт? Потому что 1800 книг я прослушал на X4, понимаешь? То есть пока мы с тобой... Как в матрице ты еще забираешь. Да, самое интересное, что помимо книг я прослушал 20 часов твоих аудиоподкастов, понимаешь? За 15 минут. За 15 минут, да. Пошел зубы пока чистил. Да. И я вас всех призываю, да, переходите на сверхскорости. И у меня даже есть нейроклуб, где я учу слушать на X4, понимаешь? Вот так. Александр Нелидов, прошу любить и жаловать. Да, приглашайте еще. Гений Телеграм, мы просто гений. Павел, спасибо. Красавчик, очень круто. Спасибо тебе.